Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй. И мы продолжаем играть в игру Hustle Castle. Не выдержал я все-таки держать их неделю на обучении. И буду делать, наверное, сегодня вылазку, потому что купил я сегодня сундучок один, ребята, который, наверное, у всех был по акции. Подкупила меня там броня легендарная и возможность еще из трех сундучков достать броню. В общем, посмотрим все с вами это чуть-чуть попозже. Сейчас, как видите, я забираю все свои ресурсы, которые у меня здесь залежались. Буду копить, пока не знаю на что, но хочу, ребята, на комнатку, на какую-нибудь. И надеюсь, у меня получится накопить. Так, сундучки, все это забираем. У меня их 33 штуки, давайте рекламу глянем. 5 кристалликов все-таки на земле у нас тут не валяется. Пригодится все. Все пойдет у нас в дело. Так, отличненько. Ну и начнем, пожалуй, наверное, с открывания сундуков. Кстати, смотрите, сколько у меня всяких шмоток тут лежит. Целая куча. И все не могу носить, ребята, потому что очень высокий уровень. Это разбираем. На зеленый кристалл арбалет мне зеленый не нужен. Так, тут у нас ресурсы. Хорошо, здесь тоже ресурсики. Замечательно. Опять арбалет. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Давайте еще третий до кучи. Вы чё? Я же просто прикольнулся, ёлки-палки. Так, броня зеленая тоже пойдет на разбор, 88 уровня. А вот это мы оставим, синий шмот нам нужен. Здесь у нас ресурсы выпадают. Опять ресики. Ладно, оу, еще такая же шмотка. Хорошо, пригодится. И песочные часы. А вот это хлам, это будем бахать сразу же. Ну, я уже про это вообще молчу. Белый шмот там сразу же. Оу. Синяя шмотка на казначея, 39 уровень. Пригодится. Ёлки-палки, на шахтера. Что-то фартит нам сегодня, ребята. Ну, конечно, хотелось бы что-то на воина. Это бахаем сразу же. Так, а вот в этих у нас что? Ух ты, подвесочка. Ага. Хозяин леса. Так, это мы пока оставим, хоть оно и белое. Но мало ли там что у нас по уровню будет. Это все оставляем. И это тоже. А вот это разбираем. Сколько мне сундуков-то там еще, а? Ёлки-палки. Тоже это бахаем. Следующий пошел. Так, подвеска. Оставим ее, пускай пока лежит. Это тоже пускай. Угу. И уже пошли у нас с ресурсами сундучки. В сундуке... Так, нет, мы не будем с вами открывать, раз уж все у нас тут забито. Хотя, если честно, я не вижу, чтобы тут что-то у нас было переполнено. Вполне еще есть место. Хм, какая-то, видимо, ошибка. Ладно, фиг с ним. У нас с вами три сундучка, а денег нам нужно, ребята, очень много. Точнее, не денег, а ресурсов. И давайте, наверное, потихонечку будем с вами это дело делать. Так. Помните, да, это моя вот старая броня. А вот это вот сейчас у меня новая на мне одета, которую я из сундука достал. Но, честно говоря, она мне как-то не очень нравится. Да, она мощей прибавляет много, но у нее всего один статус. Это броня. А вот у меня для мага. Как видите, да, 94 уровень посох. А он у меня еще только лишь 91-го. Вы представляете, сколько мне надо будет ждать? Без доната тут, я не знаю, месяц нужно убить, чтобы он до 94 уровня дошел. Но выбора у нас нет, ребята. Придется терпеть вам, терпеть, дорогие мои, чтобы я как можно быстрее развился и начал играть в полную силу. Ребята, мне самому это утомляет, вот это ждать по 4-5-6 дней, блин. Это тоже не мое. Я люблю играть, так играть, ну, как говорится, конкретно. Но выбора пока нету, ребят. Денег пока тоже нету, задонатить не могу, к сожалению. Вот. Так что будем терпеть. Ну, а пока, как видите, у нас тут колечки. Колечки у ворот, урон. Все, в принципе, как бы хорошо, но слишком слабенькие они у меня по уровню. Видите, 85-й, 86-й. Вещи у меня идут на 88, 90, 91, 93, 94 уровень. То есть нужно всю мою команду обновлять с нуля. Ну, грубо говоря, с нуля, это я так говорю просто. Конечно же, им нужно понимать по 5, кому 10 уровней. Так, ну это мы с вами читали, это все старое. Кому-то 10 уровней, а это опять же время.
Потому что они, если ты их поставил в тренировочную, то оттуда их уже доставать нельзя. Иначе весь наш накопленный прогресс просто сгорает. Если бы он сохранялся бы, да, было бы замечательно. Тогда можно было бы засунул, подрался, вывел, опять засунул обратно, опять не раскачиваются. Так, ну что ж, давайте смотреть, кого мы сможем с вами разобрать. Нам нужна сталь. Это в первую очередь. Так, Кайл. Ну, давайте посмотрим вот здесь вот. Добавляем магию. Отлично, делаем заготовку. Все, пока у нас шикарная разведочка. И она нам показывает, что лучше на него не смотреть и уходить отсюда как можно быстрее. Потому что у него 720 тысяч силы. Это для меня очень много. Пока много. Ну, потом, а вот этот вот клиент наш, ребята. Только мне нужно для начала немножко изменить свой состав, выводить своих ребят, которые у меня стоят здесь на прокачке. Они недавно у меня получили по уровню, так что вполне можно их оттуда достать пока. Ничего мы от этого с вами не потеряем. Так, у меня же где-то здесь должен быть воин, я точно помню, но я не помню, какого уровня он. А, вот, Афина. Ну, 70 уровень, конечно, никуда не годится. Так что давайте тогда мы с вами будем делать вот так вот. Мага возвращать в компашку, обратно в свой отряд. И, скорее всего, придется мне и моего воина тоже выводить. Как ни крути. А этого тогда ставить, наверное, на раскачку, я думаю, который с мечом. Он у нас все равно слабенький. Да, он у меня 84 уровня, полуэкт. Вот так вот, делаем маркировку, в общем. Это все лишь для того, чтобы немножко сейчас пофармить ресурсов. Так бы фиг бы я их оттуда доставал бы. Так, давайте искать Витя. 62 не то. Ну-ка, 142 тысячи стали. Да, этот вполне сгодится. Давайте-ка нападем, разберем. Ух, как хорошо идет, смотрите. Как детки в школу. Замечательно разобрали. И получаем с вами 100, ну да, 160 практически тысяч стали. Это очень хорошая прибавка. Уникальное предложение, да? За 369 рублей они хотят, кстати, красавицы. Это, помните, да? Мой самый первый герой, который был. Самый первый легендарный воин. Сейчас у нее всего 3 звезды. И они мне предлагают за 369 ей увеличить, как говорится, рейд до 5 звезд. Так, нельзя нападать, он в игре, ясно. Мы это, как говорится, пропустим тогда. Будем кого-нибудь другого искать. Времени у нас с вами вагон. Хочу вот этот вот меч. Ну, хоть ты тресни поставить своему вояке. Он все-таки легендарный. А вот это колечко пригодилось бы магам бы. Но, к сожалению, пока не могу. 92 уровень требует он. А у меня пока максимум 91 у мага, который до этого тут, в принципе, и раскачивался. А так, ух, сколько тут. И синьки дофига, и фиола много, и легендарки. Ну, пока две вещи, которые я хочу примерить. Но пока не могу. Давайте, наверное, менять. О, так, 195 тысяч стали. И, в принципе, как бы на равных мы с ним, да? Но опять же, у него очень много легендарных шмоток. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Ускоряться мы пока не будем, ребята. Хочу, как говорится, прощупать, что он из себя вообще представляет. И пока я вижу, что мой вояка разбирается, как ни странно. Так, ладно. Блин, глушит он этот кракен моих вояк, моих магов. Ну ладно, этих мы подбили. Так, сейчас мы будем разбирать уже магов. А если мы магов разбираем, то это означает все. Победа за нами, ребят. Тем более тут один лучник. Все, отлично. Поздравляю нас. Мы сколько с него имеем-то? 200 тысяч стали. Это очень хорошо. Это большая прибавка, кстати. Так, ну что там опять? Кто там? Каспер тут опять балует. Явился, не запылился. Так, с деньгами все нормуль. Давайте, наверное, с вами вскроем сундучок. Как говорится, пополним наши запасы. И по яблокам, и по деньгам, и по дереву. Ну и по стали, конечно, чуть-чуть. В принципе, не так уж и много надо нам накопить.
Но опять, да, хорош тут, да ядрёна вошь. Ну вот о чем я вам говорю. Эта псина иногда очень мешается. Хочешь взять ресурсы, она тут как тут. Прям под ними стоит и все время на нее кликаешь. И отвлекает она. Толку от нее никакого, бегает просто так. Так, 45, это слабо. Тут тоже слабо. О, еще хуже поменяло, ребята. Да, видимо, у нас тут сегодня не айс все зайдет. Оу, ну я чувствую, сейчас здесь будет, наверное, мощняво какой-то. 661 тысяча силы. Немножечко он меня, конечно, перевешивает. Не будем мы, наверное, пока его трогать. Потому что он все-таки находится в замке. У него есть преимущество. Давайте наденем эту броню, наверное, свою старую на меня, да? Потому что на ней как-то больше статов идет. Там и на урон, и броня. А на той просто броня. Да, и сундучок, кстати, тот стоил, который был по акции. 1300, по-моему, 1350. Так, ну что, вы нас впустите на арену, ребятушки? Будем ждать. И хорошо, если мы до конца выпуска с вами хотя бы попадем на бой. Я уж очень сильно хочу победить. Тем более мне один добрый, хороший человек написал целую статистику, как нужно проводить бои. Я, конечно, как бы понял, но это надо еще проверить. Так что, дорогой, если ты смотришь, спасибо тебе большое, что ты столько уделил этому внимания. Я твои труды ценю. Так, ну что же, давайте попробуем, что у нас тут получится с этим Романычем. Ёлки-палки. Нет, да должны. Опа, пока ничья. Оу, да ладно. А почему моего не рисуют? Эй. Так, все, ребята, мы разобрали. Причем без вояки. Я что-то не понял, у меня что, нету ресарчика, что ли, а? Скорее всего, так и получается. Ну ладно, пускай будет два хила. Фиг с ним. Так, что у нас тут? Два сундучка. Естественно, мы их будем забирать. Все это, что у нас подкопилось, тоже будем забирать. Так, отличненько. Слушайте, я боюсь, что в этой серии у нас, наверное, не получится накопить с вами столько стали. Вы сами прекрасно видели, все какие-то хиленькие, слабенькие, не такие уж и зажиточные персонажи. Так, это на разборку. Сразу же даже говорить об этом не будем. Но этот мы оставим. Амулетик нам пригодится, тем более на алхимиков. Они всегда нам нужны. Оу, так, давайте-ка мы, наверное, с вами костюм плотника. Наверное, надо примерить кому-нибудь. Ну-ка, кто у меня из рабочих в плохой шмотке, а? Так, где у меня броня? Вот. И... давайте-ка, наверное, наденем. Так, а здесь... Хе-хе, вообще. Здесь половину, даже большую часть нужно разбирать, ребята. Ну, кристаллы эти солить, что ли, я не знаю. Что с ними делать? Так, одеваем, меняем. Все, пока у нас отлично. Это мы разобрались с плотниками. У нас там еще будет шахтер и... Да, мы, наверное, с шахтером сейчас займемся. Так, подожди-ка, у нас тут... Шмот, где он? Ага, у нас вот еще что есть. Так, ладно, давайте-ка тогда приценимся. Ну-ка, что там у тебя? Показывай давай свои эти... Характеристики. Так, 4. Ну, в принципе, можно и этому, и той поставить. Но на 40 уровень это минимум. 30 здесь не прокатит. Так, и где у нас эта одежоночка? Где же ты, где же? Так, вот она. Требование 39 уровень, а тут 31. Тьфу ты, елки-палки, ребята, я не то посмотрел. Это же там на казначея, а мне нужно на повара. Лопухнулся, ё-моё. Ладно, извиняйте, ошибочка была. Вот они, мои казначеи. На них нужно одевать. Ну-ка, 40 уровень. Ну, в принципе, давайте вот на этого посмотрим. Где она? Да елки-палки. После повара идет, вот. Довольно неплохо идет. Слушайте, что-то как-то у нас на турнире кисло, да?
5 из 10 и так еще и висит. Сколько же ждать-то нам придется? Хотелось бы сегодня хотя бы пару раундов-то сыграть. Ну что, у нас еще есть шмотка на Шахтера. Давайте-ка мы, наверное, ее и примерим. Так, эти у меня там тренируются. Это все не то. Давай-ка, роднулечка. Так, нам нужен вот уровень 14. Так, где? Слушайте, да, довольно неплохой перевес идет. Все, она у меня вся в синюхе. Синька, короче. Синий Шахтер. Ну-ка, Элиас. 112 тысяч. Давайте-ка мы с вами добавим магию. Обязательно. Естественно, сделаем сейчас пробники. Пускай они у нас, как говорится, к следующему бою, чтобы были сделаны. Разведочка, что она показывает? Йо! 943 тысячи! Да ладно, смотрите, что на нем такого нету? Офигенного-то. Фиол, ну, есть пару легендарок. Откуда столько мощей-то? Жесть какая-то. Ну, ребят, вы понимаете, что на него вообще мне нет смысла нападать. Витя. Ну-ка, что у нас тут с Витей? Ну, на Витю можно, в принципе, прыгнуть. Давайте-ка попробуем его бомбануть. Я не понял, а что у него такой вояка-то непробиваемый, ё-моё. Посмотрите. Жесть, завалили. Ага. Завалили, блин. Да ладно, завязывай, ну. Я, честно говоря, ничего не успел понять, как меня разобрали. Слушайте, меня этот не устраивает, такой поворот. Давайте-ка я хочу глянуть, что это за Витя, что у него такого офигенного, что я его не смог разобрать. Так, магию забираем. Всю причем. Вот так и готовим. Причем я на него столько магии спустил, да? И не победил. Странно, давайте-ка разведку сделаем. Мне очень интересно посмотреть. Угу. Так, ладно. Ага, ну вы посмотрите. Ё-моё, у него Таисия, воин. Практически весь в легенде. Ну и арбалетчик тоже. Понятно тут. К бабке не ходи. Хотя уровень-то, да, 68-75. Я считаю, что слабый. Но, тем не менее, ребята, легендарка. Тут, как говорится, не крути, а не победить мне его. Блин, ребята уже на таких маленьких уровнях, блин, и уже в легендарных шмотках бегают все. Офигеть, как я отстал, а? От жизни, блин. Ну, будем стараться, будем вырываться, ребята. Я надеюсь, к следующему обновлению у нас все будет на мази. Так, в клане я хочу всех новичков поприветствовать, кто недавно пришел ко мне. Всем привет, ребята. Держите, как говорится, ухо востро. И будет все у нас хорошо. Так, давайте-ка искать очередную жертву, блин. Я, правда, не знаю, где и кого. Так, 93-й. Но у меня меч, согласитесь, все-таки покруче вот этот вот. А это мои старые ножи, ребята. Сейчас, кстати, у моего вояки стоят ножички, вот они, которые я достал из сундучка, который я купил за 1300. Я вам уже говорил. И вот эта вот броня там была легендарная. В принципе, она пускай лежит, мало ли, будут такие миссии, где нужно будет два танка, да? И я вот им надену по легендарочке и вперед, как говорится, с песней. Может быть, они пригодятся нам для портала когда-нибудь. Так, меняем. 39 тысяч, это очень мало. Так, а здесь 98. Ну-ка, давайте-ка глянем. Да что ж такое-то, а? Не везет мне, блин, не везет. И с игроками мне не везет. И по фарму тоже как-то не катит. Хотел как лучше сегодня сделать серию. Но, видимо, придется на что-то другое тратить. А на что нам другое-то? Если только на защиту замка. Ну, вообще, вы сами видите, ребят, я вам показываю, вот дублирую, и ничего такого нету. Ну-ка, давайте здесь хотя бы сделаем разведку. Посмотрим. 720 тысяч. Обалдеть, блин. Вот вроде бы только приблизился, да, как говорится, к среднему статусу. И на тебе, резкий бросок опять назад, на 2-3 шага. Ну, 581 тысяча силы, давайте хотя бы посмотрим, что у нас тут получится. Так, два вояки.
Да ладно, опять что ли слился? Нет, не должен, не должен. Так, 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 так. Ну, вояка, давай, 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 роднуля. Ну, добиваем мы. Блин, у меня всего две магии осталось. Щет. Хрень какая-то. Все, магии больше нету. Ух, ну и его нету. Все, здесь мы одержали победу. С горем пополам. Еще 200 тысяч стали. Но это был последний противник, которого я мог здесь разобрать. Ребята, я, наверное, думаю, что мы на турнир не попадем. Вот 5-10, 7-10, так и крутится. Уже 10 минут почти ждем и никакого результата. Ну-ка, а здесь у нас что? За... Да елки-палки, давай, иди сюда. Так, так, оп. Как раз мы забили полностью себе круг магический. И делаем пробники. Все, магии нет, значит, нам тут слишком долго танцевать не придется. Все, сделали. Давайте-ка посмотрим, что это у нас. Блин, 855 тысяч силы. Да откуда они такие берутся-то, а? Может, мне рейд скинуть, а, ребят? Где-то до 2000. Как-то уж тут больно жестко все идет. Так, ну ладно, давайте хотя бы глянем. 570 тысяч должны разобрать. Ё-моё. Так, ждем, ждем, ждем. Нет, придется магию тратить. Хотел без нее, но, видимо, не получится никак. Все, отлично, тут разобрали. Блин, ну когда же будет арена, а, ребята? Когда не пропустят. Кстати, ребята, вы помните, да? Было в начале 15. Вот, это хорошо. Ух ты. А, это нужно три раза посмотреть рекламу, чтобы получить билетик. Раньше у нас на арене сколько было? 15 бойцов, да? Теперь они сделали 10. Все-таки прислушиваются они к мнению, и это очень хорошо, потому что мнение, как говорится, это наши. Мы играем в эту игру, и я думаю, что мы ничего плохого себе, как говорится, желать не будем. Мы себе, как говорится, не враги. И то, что разработчики прислушиваются, это очень хорошо. Это означает, что им не пофиг на нас. Так, отличненько. И мы, как говорится, это очень ценим. Ну что же, ребята, я думаю, что мы, наверное, с вами не накопим сегодня ни на монетный двор, ни на магическую лабораторию. Хотя на магическую лабораторию был бы шанс, да. Тут всего лишь надо, сколько у меня, 1700, 300 тысяч стали. Но, как вы понимаете, не выгорает у нас ничего. Ну что это, ну копейки, елки-палки. Ну давайте вот этого разведаем. Посмотрим, 532 тысячи мощей. Ладно, давайте-ка рискнем. И что у нас здесь получится? Да нет, должны разобрать-то его, елки-палки. Так, упали. И здесь тоже упали, отлично. Угу. Ну это 100 тысяч, это роли не играет. Нам нужно еще 200 тысяч, но я не смогу набрать. Элементарно, потому что нету персонажей, таких, которых можно фармить. Все очень большие, крупные. Жирные, так скажем даже. Так, великий маг и сборщик еды у нас осталось. Это навряд ли мы, конечно, успеем сделать. И с яблоками у меня, как говорится, тоже проблемы. Всего 180 тысяч осталось. Так, разбираем этот хлам. Это мы оставим. И арбалет, ё-моё, да что же у них за мания такая на арбалеты. И посох вот этот тоже мне не нужен. Так, последний сундук. Колечко, разбираем. Да, ничего хорошего не выпало нам. Жаль, жаль, конечно. В общем, я думаю, так, ребят, смотрите, с ареной не везет пока. С накоплением ресурсов не везет. Вот давайте тогда мы потратим с вами здесь. Так, давайте-ка. Блин, охранный ров. Охранный ров. Я думаю, ну, может быть. Вот, давайте тотемы, наверное, мы с вами сделаем. Они будут делаться у нас 5 дней. По крайней мере, деньги хоть куда-то сольем. Потому что я своих бойцов сейчас поставлю обратно в тренировку. Пускай уже там кто хочет на меня нападает. Я заодно буду сливать потихоньку рейд себе. Ну и думаю, что, конечно, хотелось бы как можно быстрее, ребята, сделать очередную серию. Но в данный момент это минимум как через 4 дня. 4 дня они будут тренироваться. Ну что же, дорогие мои друзья, с арены не повезло, но ничего не поделаешь, я хотел как лучше. Ну а на этом я буду завершать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в новых видосиках. Всем пока.